Всем привет, меня этим летом ворот. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Это третья серия выживания. Ну, сегодня я планирую копаться в шахтах. Я немного уже копался. Сделал новую кирку, Еще алмазную. Да, друга. Еще одну тоже алмазную. У меня откуда-то аметисты были. Вытрековал меч. Не знаю, зачем. Вот тут обренька. Вот этот меч. Мне нужно 30 алмазов. А что тут выгоднее всего? Наверное, выгоднее всего уголь. Давайте я сейчас все камни положу. Так, можно к нему прийти. Вон туда кузница. И туда камни положить кучу. Надеюсь, ты там. Да, он тут тусуется часто. Не знаю, получится ли, подойдет ли. Трезубец! Я трезубец вывел, ребята! Вы это видели? Как чинить трезубец, люди? Офигеть. Ребята, вы видели? Я выбил трезубец с первого раза, с первого утопленника. О, медь. Я как человек, который собирает металл, соберу и этот. Конечно, круто было бы найти в реальной жизни один медный слиток размером с голову. Стоил бы он миллионы. Хотя не, преувеличил. Но дорог было бы. О, железка. Надо. Все, ребят, давайте искать алмазы. О, золото? Тоже ничего. О, его тут много. Очень много. По-моему, если есть золото, это большая кладка. Очень. Очень. Ну, уголь мне не нужен. Может,
сломается кирка. 3, 2, 1, 0. Гигантская кладка золота. Сразу вот так. Кладка из 3 руд. Или из 4, я уже забыл. Я так обрадовался алмазом. Нет. Где-то шахта. Вы что, издеваетесь? А, не сорвалось дальше. Алмазики. Ладно, ребят, думаю, сейчас добуду все, и можно будет заканчивать. Ладно, ребят, всем пока, смотрите мой набор, подписывайтесь на канал, ставьте, нажимайте колокольчик. Всем пока-пока. О, господи, а как мне выбраться? О, редстоун.